Ребят, всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Валера. Здесь, на этом канале, вы узнаете много чего об автомобилях. Ну, в основном автомобильная тематика, все, что связано с дорогами, с машинами. Вот, как правило, я снимаю в основном грузовые автомобили, ну и иногда снимаю интересные, такие необычные тоже автомобили. Ребят, кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Это будет для меня дополнительным мотиватором и стимулом делать для вас более качественный, интересный контент. Вот. И также ставьте лайк тоже, чтобы мой ролик продвигался дальше в YouTube. Вот. Поэтому, ребят, ну, если вам не так сложно, пожалуйста, помогите моей просьбе. Вот. Что хотелось бы вам сказать сегодня? Сегодня я вам, вашему вниманию, покажу хороший автомобиль, ну, опять же, МАЗ из серии МАЗа, значит, вот, марки МАЗ. И вот, вашему вниманию, поэтому присаживайтесь поудобнее, чай, кофе, кому чего, такой погодой зимней, как вы видите, зима, действительно, нужно согреться чаем или кофе. Ну, может, кому чего покрепче. Ребят, поехали. Вот перед вами МАЗ Простор. Ну, так скажем, это модель МАЗ Простор. Но вообще у него есть номер. И сейчас я не вспомню, какой это номер этого тягача. Вот, но он идет. Это вот новый тягач, совершенно новый, 2022 года выпуска. Вот. Может, конца 2022 года. Хотя сейчас уже на дворе 2023. Вот. Но тем не менее, это абсолютно новый автомобиль. И вот он идет, скорее всего, на Россию, ребят. На российские дороги. Вот. Поэтому вскоре он где-то будет колесить по дорогам России. Может быть, в каком-нибудь Екатеринбурге или еще где-нибудь. Вот он такой красавчик МАЗ. Вот двухосный. Это цепное устройство. Как вы видите, запаска. Вот бак вместимостью 550 литров, если я не ошибаюсь. Подъемник кабины, это воздухан, воздуховод так называемый. В данном автомобиле, если я так вот, краники тоже воздушные, переходные для прицепа. Вот, ребят, в данном автомобиле, если я тут не ошибаюсь, там стоит, по-моему, китайский двигатель Weichai, вроде бы как. Скорее всего, да, 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 ребята. Так что ставьте лайк, если вам МАЗ этот понравился, зачетный такой, синенький. Вот фары новые. Сам МАЗ новый, красивый. Вот. И, конечно, не Скания там, не Вольво. Но, тем не менее, МАЗ, он тоже довольно неплохой автомобиль. В принципе, как и все остальные. Вот он какой красивый. Будет бороздить по дорогам России не только. Так что поставить лайк такому МАЗу не поленитесь, пожалуйста. Да, снега намело у нас, конечно, но
Это вот выхлопная система. Вот. Так что, ребята, вот такой масс. Напишите, кстати, в комментариях вообще, что вы думаете об данном автомобиле и вообще о Маздах. И, может быть, ребят, напишите о том, что бы вы хотели, чтобы я там снимал там какой-нибудь необычный ролик. Есть как бы одна идея, вот, но немножко попозже, когда хочу там интересную идею отснять, но как получится, когда приедет у меня товарищ или водитель, а вот который занимается вот перегоном вот данных машин, вот, я обязательно с ним встречусь и для вас сниму интересный видос. Вот, я не знаю, там может быть какой-нибудь тест-драйв, там что-то наподобие того. Поэтому, ребят, подписывайтесь, уверяю вас, будет интересно. Вообще, конечно, в идеале хотелось бы поездить, покататься на таком вот где-нибудь, вот проводят тестовые заезды, ну, когда вот с завода уходят такие вот мазы, и они проходят обкатку, ну, на полигонах. Вот было бы интересно, конечно, если удастся мне вот на полигон попасть, я обязательно сниму ролик, как проходит вот обкатку вот подобные машины, как проводят последние, значит, осмотры там, ну, недочеты там и так далее и тому подобное. Это тоже интересно довольно таки на каких условиях могут выдерживать какие автомобили там, что они могут там, вот там, то есть это тоже своего рода интересная затея. Тоже хотелось бы посмотреть, что из этого получится, потому что на подобные полигоны не всех пускают и не каждый туда может попасть. Вот, поэтому, ребята, хотелось бы, конечно, для вас отснять это, но если удастся, я обязательно сниму подобный ролик и вы зацените. Потому что для подобных автомобилей там есть специальные полигоны, где они проходят вот все эти вот испытания, скажем так, и на основании этого там, значит, получается, и делают какое-то заключение об этих автомобилях. Но хочу сказать, не все автомобили, значит, не каждый, то есть из, допустим, из 10 там может быть 3-4 автомобиля выбираются, вот, и они едут на полигон, и, значит, и проводят таким образом испытания. Так что, ребят, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Что вы думаете вообще по поводу МАЗов? Интересны ли вам такие автомобили? И хотели бы вы иметь себе такой, ну вот, скажем так, для работы, именно для повседневной работы, для перевозки грузов там вот, или же вы бы предпочли бы, например, там, да, в Сканию там, понятно, Мерседес — это отдельная песня, но Мерседес, он в Африке Мерседес, как говорится. Если брать просто вот в расчет именно вот, значит, подобный автомобиль подобного класса, взяли бы вы себе такой или нет, напишите, пожалуйста. И еще такой момент, если вам понравился вот МАЗ, напишите в комментариях или поставьте плюсик. Вот, я тогда хотя бы буду знать, нравятся ли вам такие автомобили или нет. Вот, если нет, тогда буду, может быть, делать обзоры о других автомобилях, там, например, Mercedes, там, Ford, Volvo, Scania. Больше внимания им уделять буду, нежели МАЗам.
что хотел бы еще, ребят, сказать. Кстати, у всех автомобилей Mazda, у всех задний привод. Есть некоторые с полным приводом, поэтому тоже это определенный плюс есть. Но для автомобилей, вот данный автомобиль, он имеет задний привод, да. А есть, которые, значит, полный привод, они более, скажем так, ну, предназначены для других целей и другие модели, как бы так. Так что, ребят, подписываемся, обязательно ставим лайк, обязательно оставляем свои комментарии. Если вам интересно это видео, то напишите комментарии. Так что спасибо вам за внимание, спасибо, что оставались на канале. С вами был Валера. Надеюсь, скоро встретимся.